Олеся пишет в Facebook, как установить для себя меру поста. Постилась, но стала объедаться. Постной едой злилась и бросила. Смотрите, Олеся, такой пост, как у нас предписывается по уставу, это пост монашеский для монастырей. Это устав одного из греческих монастырей. Мы с вами не в Греции живем и не в средние века. У нас другой образ жизни. И мы живем в миру. Особенно многие люди тяжело работают физически. И такой строгий пост, он может пойти во вред здоровью. Если пост вредит здоровью, то ничего хорошего в этом нет. Пост должен быть, во-первых, не во вред здоровью. И строго так поститься могут люди здоровые. А также он должен быть в радость. Когда мы постимся правильно, то для нас это радостное делание. А если вы чувствуете, что что-то не так, ну, возможно, вам надо пост ослабить. Не бросать его полностью, а просто, чтобы ослабить его так, чтобы он вам был по силам. Здесь уже нужно со священником в вашем храме решать, как вам правильно поститься.